Майк, давай рассказывай, что ты придумал на этот раз? Лиза, запасись терпением. Сейчас подойдут еще пару моих друзей, и я вам все расскажу. А, ну вот как раз они и пришли. Сейчас я тебя с ними познакомлю. Эй, мы тут! Идите сюда! Кэсси, ты почему такой грустный? У тебя ведь день рождения. Да мне что-то не до веселья сегодня. Мой старший брат опять что-то задумал нехорошее. Я это чувствую. Он вечно издевается надо мной. И еще мне сегодня ночью приснился плохой сон. Там были жуткие аниматроники с большими и острыми зубами. И они преследовали меня. Не знаю, к чему все это, но у меня плохое предчувствие. Да, ты, конечно, извини, но твой брат редкая сволочь. Но тебе надо дать ему отпор, не позволяя ему издеваться над тобой. А насчет твоего кошмара, не принимай близко к сердцу, это всего лишь сон. Да, ты права. Когда-нибудь я дам ему отпор. Так, познакомьтесь. Это Лиза. Это Барри. А это Фрэнк. Ну что, Майк, я так понял, мы сегодня повеселимся. Давай рассказывай, что ты придумал? Ага, я хочу разыграть своего братишку. Видите аниматроников на сцене? Так вот, давайте засунем голову моего брата в пасть тому толстому аниматронику. Тебе не кажется, Майк, что это слишком? Да не переживай, это же шутка. Я как раз притащил маски этих дурацких аниматроников. Давайте их наденем, будет весело. Ну не знаю, по мне это очень жестко. А мне нравится эта идея. Давайте, чего же мы ждем? Все будет нормально, мы просто немного посмеемся. Эй, вы, отстаньте от него! Хватит его пугать! Не видите, что ему страшно? Вали отсюда, малявка! Пока и тебе не досталось! Я все расскажу родителям! Давай, вали, вали! Беги, жалуйся мамочке! Пойдем, у меня есть для тебя сюрприз! Майк, не надо! Перестань пугать меня! О нет! Что мы наделали, Майк? Что нам теперь делать? Я не знаю. Бежим отсюда, пока нас не увидели. И далеко это вы собрались?